Доброго ранку всем! Как вы знаете, я решил возвращаться на 10 сентября в Украину. И многие мне не советуют этого делать. У меня есть предложение по гражданству от нескольких европейских стран. Да и без дела и дохода, наверное, я здесь не останусь. Но я прекрасно помню, как в свое время, по указанию Путина, русский олигарх Иванишвили возбудил против меня в Грузии уголовные дела, чтобы я не смог участвовать в грузинской политике. Точно так же Порошенко издал свой указ и закрыл мне путь в Украину и угрожает меня экстрадировать в Грузию по надуманным, по указанию Путина, уголовным делам, которые возбудили в Грузии. Но одновременно идет полное уничтожение Украины. На этой неделе Ахметов захватил огромные энергетические мощности, что означает, что уже с осени украинцы будут в его карман, и карман Порошенко гораздо больше платить по тарифам. Директор Национального антикоррупционного бюро Сытник только что объявил, что все его дела против депутатов, против окружения Порошенко, против олигархов заблокированы полностью в украинских судах. Идет полномасштабный дерибан бюджета, и уровень междусобойчика и олигархического диктата достиг таких масштабов, которые никогда не было в истории Украины. И что при этом отсиживаться и на это все смотреть издалека? Ни в коем случае. Какие бы ни были шансы, я пойду в этот бой. Я обещал украинскому народу, я буду на его стороне. Я так и не стал на сторону барыг, хотя они мне это много раз предлагали. И вместе с молодым поколением украинских политиков, которых я хочу поддержать, поменять жизнь в стране, мы обязательно сменим эту реальность. Украина станет сверхдержавой Европы. Украинцы станут жить нормально. Но невозможно это продолжать, то, что происходит. Так что я на вас очень рассчитываю. Конечно, по отдельности нас уничтожат, вышлят, арестуют, сделают другие пакости. Но если мы станем вместе, с нами они ничего не смогут сделать. Я на вас очень рассчитываю, и вы можете на меня полагаться и рассчитывать. Я вас не подведу. До встречи на украинско-польской границе.